Сегодня мы готовим баклажановую икру. Вот уже часть нарезали кубиками. Нам для этого нужна еще морковка, болгарский перец красный и помидоры и лук. Это значит на один баклажан 1,5 морковки. Но мы будем использовать 2 баклажана. Вот морковка, 1 или 2 болгарских перца, потом таких вот 6 помидоров и 1 большая луковица. Если кислости не будет хватать, то мы возьмем томатную пасту. Мама режет кубиками вот так вот. И потом добавим соли по вкусу. Так вот, уже дорезаем. Подсолим. Немножко масла налили, выложили туда. Подсолим. Баклажаны. А потом будем по вкусу солить. Так, сейчас мы будем жарить это, потом по вкусу все добавлять. Лук. Другую сковородку мы по очереди будем жарить. Сначала лук. Потом морковочку, сюда же. Туда же будем добавлять лук, обжарим. Туда же добавим морковку. Перчик. Перчик болгарский. И помидор. И помидоры, окей. Сейчас будем добавлять морковь. Морковка уже поменяла цвет, и мы добавляем болгарский перец. На среднем огне мы поджариваем это все. Уже готовое вот это баклажан. Да, масло по своему вкусу нужно добавлять. Кто любит жирное, кто более постное. Все, теперь помидоры. Сейчас обжарим и добавим к баклажанам. И все вместе потом будет тушиться. Добавляем к баклажанам всю нашу зажарку. И она вместе будет дотушиваться. Только сюда я, наверное, буду добавлять немножко этого. Сейчас я попробую на соли. Подсолим по вкусу еще. Да, я только пучечками брала. Это сейчас уже пол чашечки. Ой, пол это. Чайной ложкой. Угу. А это слабее соль вообще. Не боюсь. Солили, перемешали. Добавляем томатную пасту где-то. Ложечку такую вот. Окей, это две. Как 2 столовые ложки, наверное. Да. И, наверное, будет хватит. Сейчас немножечко, чтобы морковочка утушилась. Ну и все перетушилось. И все будет хорошо. Минут 5 пускай протушится и будет уже готово. Можете специи по своему вкусу добавлять, но мы только соль добавили. Ну, если остроту, ну, да, можете перец добавлять, кто что. Вот такая вот получилась у нас икорка из баклажанов.